Здравствуйте, телезрители! С вами программа «Репортеры», я ее ведущий Евгений Луценко. Сегодня предлагаю продлить выходные. Приглашаю вас потанцевать и послушать хорошую музыку. Начинаем! Питерские музыканты промокли до нитки под самарским ливнем. Знаменитый блюзовый коллектив «Биллис Бэнд» приехал пожить в палатке на Волжских берегах. Под Тольятти в очередной раз прошел метафест. Несколько дней тысячи человек плясали под регги, легкий рок и джаз. Зачем Билли Новик купил себе рогатку и чем прославился Фрик Барт из Саратова? Репортер прогулялся по фестивальной поляне. Дом номер 15. Дерево, пластик, прекрасно, порог, ну, то есть дверная ручка, практически как дома у меня тоже, дерево, пластик и дверная ручка. В цветастой рубашке и бабушкиной жилетке репортеры встречают новоиспеченная звезда метафеста, талант Василия Уриевского, пекся под бренчание гитар и олдскульные песни Грушинского. Актера кукольного театра из Саратова критики называют гремучей смесью Семена Слепакова и молодого Высоцкого. Ладно, я сам тоже с удовольствием со всеми фотографируюсь звезд. У меня есть фотографии с Билли Новиком. Это трехлетней давности, когда он также стоял и офигевал от толпы людей, которые просто разрывали его на куски. Уриевскому еще предстоит встретиться с Билли Новиком и даже спеть на одной сцене. Питерский музыкант со своей командой приезжает на гала-концерт «Метафеста». Сразу после самолета пресс-конференция. Новик поражен масштабом зелени. Артист, живущий в вечном холоде и дожде, чуть ли не пускает скупую слезу от волжских видов. Ради эксперимента он даже предлагает возделать здесь участок земли на память. Тем более традициям уже пришло время сложиться. Метафесту 9, и он только начинает развиваться. Фестиваль вырос из сцены «Остров» на Грушинском и за несколько лет стал площадкой для молодых, творческих и смелых музыкантов. Музыканты, атмосфера, люди все позитивные. Атмосфера, природа. Шашлыки, собственно. Ну и вообще как бы от города отдыхаешь. 3 дня под открытым небом в палатках под звуки музыки. Несколько сцен, слушай что хочешь. Регги, джаз, фанк, соул. Главное условие – петь вживую и от души. Фестивальная поляна начинает раскачиваться ближе к полудню. Зрители начинают отходить от бурной музыкальной ночи и готовиться к следующей. Билли Новик не теряет времени. Он выспался в самолете. Репортер замечает солиста Биллис Бэнда за покупкой оружия. Самое главное, что вот когда делаешь... Стреляешь, надо немножко вот так вот рогатки подкидывать вот так вот. А то иначе все по пальцам. У меня первое место. Это по стрельбе из рогатки. Билли Новик скрывается в неизвестном направлении. Видимо, собирается опробовать покупку. На главной сцене один за другим меняются коллективы и города. Зрители ждут главного действа. Как только солнце заходит за большую гору, начинается большой концерт. Долгожданные гости с пропиской в Екатеринбурге. Группа «Обе-две». Ко мне только что подошла девочка, я уже тут стояла, Настя Васильева, она сегодня здесь выступала, и сказала, что этому фестивалю 100 тысяч лет, и здесь все свои, одна семья. Ты, говорит, не бойся. Только для своих. Я говорю спасибо, Настя. Солистка Катя Павлова действительно поет как для своих. Толпа сидит, лежит и подпевает. Интересная программа, но хотелось бы, конечно, больше коллективов. Практически в это же время на другой площадке ждут «Биллис Бэнд». Как только джазмены появляются на сцене, начинает лить дождь. Питерская погода бонусом для создания атмосферы. Где-то Новику подпевает Уриевский, но уже с VIP-места. Сегодня он точно еще раз сфотографируется с ним. Только уже сам будет в качестве звезды. Добрый вечер! «Биллис Бэнд»! Через год встретимся с «Метафестом», а мы с вами уже завтра. Всего хорошего!